Вот, собственно, и драка. Непряев и Пушкарев. Да, Пушкарев запомнил. Пушкарев ответил. Там ссадина на лбу появляется, и рассечение даже на лбу появляется у Ивана Непряева. Да, боевая команда «Барыс» в обиду себя игроки этой команды не дает. Хорошо знакомы с наставником этой дружины. Затаил обиду Пушкарев. Сначала жестко сыграл против Калинина, ну а потом встретил своего обидчика и моментально набросился на него. Но нужно сказать, что Непряев вызов принял. Вот такая вот вендетта от